Гороскоп на 8 марта 2023 года. Для всех знаков зодиака. Дорогие девушки, поздравляю вас с 8 марта. Приятного просмотра. В среду для Овна день будет удачным и плодотворным. Вы готовы много работать, прикладывать усилия для достижения поставленных целей. Трудности вас не пугают, вы находите способ преодолеть их, даже если союзники отказываются в поддержке. Полезный активный отдых, поездки, занятия спортом. Этот день хорошо подходит для того, чтобы обдумать какие-то важные вопросы. Вы не только правильно оцениваете ситуацию, но и можете предугадать, как будут развиваться события. Многим овнам острая интуиция помогает избежать ошибок в финансовых делах. Любовный гороскоп на сегодня для овнов. Овнам сегодня предстоит забыть обо всех проблемах и неприятностях и полностью отдаться развлечениям и отдыху. В первой половине дня возможно появление неприятных воспоминаний, но хорошая компания и веселые развлечения быстро поднимут вам настроение. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Овен. Сегодня в жизни Овна появится человек, который станет для него не только любимым, но и верным другом. Возможно, небольшие проблемы с продажей недвижимости, а также поломкой автомобиля. Гороскоп советует быть осторожнее на дороге, чтобы не создать аварийную ситуацию. Здоровью Овна ничто не угрожает, но все-таки не стоит переохлаждаться, плескаться в реке и слишком долго загорать на пляже. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день может не задаться с самого утра. Овны могут быть очень вспыльчивыми, но вспышки их гнева будут молниеносными и быстро сменятся полным безразличием. Нельзя быть злопамятным человеком, так как вы навредите этим, сами себе не стоит долго печалиться. Для исправления ситуации попросите прощения даже у своего заклятого врага. От этого вы ничего не потеряете. Личный гороскоп на сегодня. Сложный противоречивый день. Неблагоприятное стечение обстоятельств может потребовать от вас максимальной гибкости в общении, умение менять тактику поведения в зависимости от ситуации. Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Семейные проблемы или бытовые хлопоты повлекут за собой дополнительные расходы. Вероятны проблемы с детьми. Вам придется приложить некоторые усилия, отстаивая свой родительский авторитет. В среду Телец будет страдать не столько от недостатка дипломатичности, сколько от полного ее отсутствия. В его суждениях то и дело будет проскальзывать беспощадная резкость. И не важно, что критическое мнение Тельца будет обосновано, а слова убедительны. О самолюбии окружающих забывать все-таки тоже не стоит, иначе день может пройти в бесконечных и совершенно бессмысленных конфликтах. Многие сложные вопросы удается решить быстро. Очень помогает в этом ваше умение ладить с самыми разными людьми. Вы часто говорите то, что думаете, но так тактично, что ни у кого нет повода для обиды. День подходит для общения со старыми знакомыми. Не исключены и встречи с людьми, которым вы когда-то испытывали очень сильные чувства. Можно восстановить отношения, если вы этого захотите. Жизненный потенциал высок, день отлично подходит для занятий спортом и активного отдыха, а также для физического труда. Неоднозначный день. Чаще обычного возникают разногласия и споры, но, как ни странно, они оказываются полезными, потому что помогают найти выход из сложных ситуаций. Некоторые тельцы получат важные известия издалека, неожиданные деловые предложения, обещающие скорый профессиональный рост. Во второй половине дня стоит снизить активность, отдохнуть. В это время могут обостриться хронические заболевания, стоит принять профилактические меры. Желательно сократить расходы и быть осторожнее в финансовых делах, чтобы избежать потерь. Вас ждет поворот в судьбе, тщательно готовьтесь к нему и берегите силы. Веселое шумное общество приятелей, увлекательные поездки или пикник, развлечения или игры – вот что вам сейчас нужнее всего. Необходимо сопротивляться дурным влияниям, отрешиться от суеты и тщеславия. В этот день окружающая действительность проецируется на вас, поэтому следите за приметами. Падающие ножи вилки, разбитое стекло – дурной знак. В среду у близнецов будет шанс добиться заметных успехов в работе. Сейчас вы хорошо понимаете, какие результаты хотите получить, и не отвлекаетесь от главного. Становится совершенно ясно, кто на самом деле поддерживает вас, а кто лишь пользуется вашей поддержкой. Неплохо проходят деловые переговоры с новыми знакомыми, можно договориться о сотрудничестве и совместных действиях. Неплохой день с точки зрения финансов.
Вероятно, денежные поступления, покупки и сделки будут удачными. Самые изобретательные представители знака найдут необычный способ заработать. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Утреннее время замечательно подходит для общения с возлюбленными и домочадцами. Близнецы, проявите немного внимания, и они окружат вас добром, лаской и пониманием. Публичные выступления лучше перенести на другой день, вы сегодня не слишком красноречивы. Близнецам конца знака стоит заняться самообразованием. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Гороскоп предсказывает близнецам отличные перемены в рабочей сфере. Начальник назначит вас ответственным за важный проект и посулит хорошую премию. Чтобы отношения с любимым человеком не превратились в рутину, близнецам необходимо добавить в них романтики. Пригласите избранника в ресторан или сделайте оригинальный подарок. Ведь чувства доказываются действиями. Гороскоп «Дом» на сегодня. Негативные тенденции могут создать проблемы на работе, хотя крупных неприятностей и конфликтов с партнерами по бизнесу не произойдет. В первой половине дня активизируйте свой потенциал и забудьте о недомоганиях. Избегайте общения с теми людьми, которые постоянно жалуются и всем недовольны. Личный гороскоп. Опасный сатанинский день. Несет иллюзорные представления, лживые обещания, обман. Вероятно, вы получите плохое известие. Ваши переживания не будут напрасными. Подготовьте себя к самому худшему. Избегайте темноты, не смотрите в зеркало. Не стоит приниматься за новые дела именно сегодня. Лучше немного подождать. Займитесь собой, спортом, делами друзей, домом. Будьте внимательны к качеству питания. Существует вероятность случайного отравления. В среду рака ждет благоприятный день с точки зрения работы. Будет возможность достичь важных профессиональных целей. Вы покажете, что способны быть надежным союзником, готовы преодолевать трудности, чтобы добиться нужных результатов. На окружающих это произведет сильное впечатление. Не исключено, что вскоре вам сделают интересные деловые предложения. Дел будет больше, чем обычно. Не исключено, что придется трудиться сверхурочно. Однако вы все же постараетесь уделить внимание близким, провести время с ними, и это пойдет на пользу отношениям. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Ракам следует немного пересмотреть свой режим дня, для того, чтобы чувствовать себя наиболее комфортно. В ином случае вам грозит переутомление и общее недомогание. Начните заниматься гимнастикой или зарядкой, принимать контрастный душ и совершать прочие процедуры, способствующие общему укреплению здоровья. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. По натуре рак слишком впечатлительные и ранимые, поэтому сегодня может попасть под влияние не слишком приятных личностей. Возьмите себе за правило – сначала проверять, а потом доверять. Тогда неприятностей и обид с вашей стороны будет намного меньше. В среду раку предстоит рассчитывать на свои силы, мудрость и опыт, чтобы решить профессиональные проблемы. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня раки будут склонны витать в облаках и строить наполеоновские планы, не прилагая никаких усилий для их реализации. Люди из окружения рака будут ждать от него конкретных действий. В отношениях сейчас важен не романтический настрой, а взаимное дружеское участие и поддержка. Личный гороскоп сегодня. В этот день ваши чувства приобретут необыкновенную остроту. Вы сможете снять создавшееся напряжение, занявшись любимым делом, отложив все домашние обязанности на вторую половину дня. Остаток дня проведите вместе с детьми. Вероятность интересных знакомств велика, однако едва ли вам удастся сразу составить верное представление о людях, которые сегодня встретятся на вашем пути. Не торопитесь принимать решения о начале или разрыве отношений. Понаблюдайте за развитием ситуации, и вам станет совершенно ясно, как следует поступить. В среду Льву не мешает как следует заняться своей бухгалтерией. И это относится не столько к работе, сколько к своему собственному кошельку. В среду Лев сможет окончательно убедиться в том, что деньги любят счет. Разумное распределение средств позволит ему выкроить деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать совсем уж ненужных трат. В начале дня возможны трудности, но ситуация меняется к лучшему. Поэтому не отчаивайтесь, если с каким-то делом не удалось справиться сразу. Просто отложите его на потом. Можно обращаться за помощью к друзьям или просто хорошим знакомым. Они не откажут в поддержке.
Вероятно, деловые предложения, сулящие большой доход. Сотрудничество с новыми партнерами откроет перед вами заманчивые перспективы. Появятся новые идеи, касающиеся бизнеса, и вскоре вы сможете их реализовать. Для некоторых львов этот день станет началом нового этапа карьеры. Утро подходит для общения, встреч со старыми и новыми знакомыми, обсуждения любых важных вопросов. Возможны неожиданные предложения делового или личного характера. Вы ответите на них согласием и не пожалеете об этом. Работы будет больше, чем обычно, но если вы заранее составите план и будете его придерживаться, то все успеете. Важно сохранять миролюбие и хорошее настроение во второй половине дня. В это время желательно избегать любых конфликтов и помнить, что даже незначительный спор может иметь неприятные последствия. Гороскоп советует Льву заглянуть в свой внутренний мир. Духовный рост позволит вам найти правильные пути преобразования жизни. Больше помогайте близким людям, ведь добрые дела не забываются. Финансовые трудности временные, но они всерьез нарушат планы Льва и заставят задуматься о подработке. В среду, Девы, доверяйте своему внутреннему голосу, сегодня он не ошибается. Могут возникать неоднозначные, сложные ситуации, и верные решения не лежат на поверхности, но вы найдете способ решить все проблемы. Окружающие не всегда одобряют ваши поступки. Помните, что это не должно стать поводом для конфликтов. Делайте то, что считаете нужным. Вероятно, известия издалека, новости, касающиеся кого-то из ваших близких. Старайтесь проверять всю поступающую информацию. Не исключено, что вас вводят в заблуждение. Вечером может испортиться настроение, вы начнете многое видеть в мрачном свете. Не спешите с выводами. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. Если у вас есть неоконченные дела, касающиеся вашей семьи, сегодняшний день отлично подходит для их завершения. Решения Девы будут принимать рассудительно и хладнокровно. Возможно, кто-то обратится к вам за советом, не отказывайте в помощи ни в коем случае, ведь именно вы можете помочь человеку разобраться в себе. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. В среду Деве необходимо быть честной не только с окружающими людьми, но и с самой собой. Не лукавьте, если чувствуете, что способны навредить, а не помочь. В доме накопилось множество бытовых проблем, поэтому срочно ими займитесь. Что касается денег, то Деве их лучше копить, а не тратить. Тем более, что практичность и рациональный подход к вещам у вас в крови. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня многих людей, родившихся под знаком Девы, будет отличать самодостаточность и уверенность в завтрашнем дне. Они будут способны быстро реагировать на изменения обстоятельств. Вы будете довольны и счастливы только тогда, когда с честью выдержите проверку на прочность. Личный гороскоп. Неблагоприятный день. Возможны трудности в семейных отношениях или разногласия с партнерами. Снизить негативные тенденции дня сможет только осмотрительность и действия, основанные на объективной оценке происходящего. Звезды предупреждают женщин-дев о возможном скором завершении романтического увлечения. В среду для весов в начале дня возможны трудности. Это неблагоприятное время для общения, особенно делового. Едва ли удастся избежать споров с коллегами, партнерами и руководством. Но вскоре ситуация изменится к лучшему. Появится возможность решить какие-то давние проблемы, успешно завершить дела, которым было отдано много сил. Порадуют известия, полученные от женщин. Вторая половина дня. Отличное время для того, чтобы принять гостей, устроить домашний праздник. Возможны неожиданные приглашения в далекие поездки. Любовный гороскоп на сегодня для весов. В среду весов будут больше всего волновать проблемы, связанные с семьей и близкими родственниками. Впрочем, с большинством из этих проблем ваши близкие смогут разобраться самостоятельно, лишь изредка спрашивая вашего совета. Звезды рекомендуют не влезать в конфликт старших членов семьи, иначе это может завершиться еще более крупным скандалом. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Гороскоп предсказывает весам солнечный во всех смыслах день. Многие дела успешно реализуются, а давние желания исполнятся, как по взмаху волшебной палочки. Возможно, любовь с первого взгляда, а также улаживание конфликта с родственниками. Оформление документов на продажу или покупку квартиры сегодня заниматься не следует. В приеме пищи весам необходимо соблюдать меру, чтобы не подорвать желудок. Гороскоп «Дом» на сегодня.
Этот ясный день удачен для встречи и свиданий. Возникшее недоразумение легко исправить. Возможно, близким людям необходимо ваше внимание и помощь. Не держите старых обид, обменяйтесь подарками с любимым человеком. Ваше сердце оттает, и вы снова будете счастливы. Личный гороскоп на сегодня. День соблазнов и искушений. Может случиться так, что сегодня вас ждет увлекательное мероприятие, которое запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений. Можете не беспокоиться ни о чем, так как все приключения, которые вас ожидают, закончатся благополучно. Люди, недавно обидевшие вас или не оценившие ваших порывов, готовы признать свои ошибки и просить прощения. Проявлять злопамятность не стоит, но и о здравом смысле не нужно забывать. Отнюдь не все, кто приходит с повинной, делают это из лучших побуждений. В среду Скорпион может на полном серьезе увлечься некими фантастическими идеями и планами. Кое-что из этих задумок, возможно, окажется любопытным. Но в целом Скорпиону в среду очень не мешает быть чуточку реалистичнее. Не слишком увлекайтесь фантазиями, а тем более сложными схемами. Выберите что-нибудь попроще, и будет вам счастье. Трудно сосредоточиться, поэтому в делах, требующих внимания и аккуратности, вы ошибаетесь чаще, чем обычно. Есть опасность упустить что-то из виду, забыть о том, что может оказаться важным. Хорошо, если рядом будут люди, которые вовремя напомнят о том, что нужно сделать, проверят вашу работу, если в этом возникнет необходимость. Нежелательно что-то кардинально менять в жизни, браться за новые сложные проекты. Вы быстро теряете интерес к делам, столкнувшись с трудностями. Часто хотите легкого успеха там, где он просто невозможен. День больше подходит для отдыха и восстановления сил, чем для работы, особенно тяжелой и утомительной. Будет возможность повидаться с друзьями, поговорить о том, что вам интересно, обсудить какие-то важные вопросы. Вы получите поддержку, в которой нуждаетесь, и настроение заметно улучшится. Возможны финансовые трудности, не исключено, что придется отложить запланированные покупки. Позже ситуация изменится к лучшему, если вы не станете рисковать и заключать сомнительные сделки. Жизненный потенциал высок, самочувствие будет хорошим в течение всего дня. День удачен для приобретений, иначе те ранние хлопоты с недвижимостью завершатся удачно. Легкость общения и деловая активность подготовят вас к будущей трудовой неделе. Но избегайте взваливать на себя новые обязанности. Постарайтесь завершить важные дела и закончить давние споры с родственниками. Среда у стрельцов день будет удачным. Наступил подходящий момент для того, чтобы объединиться с единомышленниками, договориться с ними о совместных действиях. Отношения, начинающиеся как деловые, могут вскоре принять романтический характер, а все потому, что вашему обаянию очень трудно противостоять. Хорошо сказываются поездки, и деловые, и развлекательные. Вы получите много новых впечатлений, весело проведете время. Можно заключать сделки, даже крупные. Деловое чутье будет острым, и вы наверняка не ошибетесь. Покупки будут удачными. Любовный гороскоп на сегодня для стрельцов. Если стрельцы сейчас далеки от родного дома, обязательно с ним свяжитесь любым удобным способом. Вы слегка подустали, поэтому общение с близкими поможет вам вернуться в рабочее состояние. Остальным стрельцам звезды советуют заняться делами сердечными. Сходите на свидание, проведите время в приятной вам компании. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака «Стрелец». Этот день «Стрелец» решит посвятить духовному преобразованию. Вы на время изолируете себя от общества даже близких людей. Чтение любимой книги, прогулка по парку, общение в социальных сетях и поток свежих мыслей – все это доставит стрельцу невероятно удовольствие. Вечером вы получите странную смс-ку с незнакомого номера. Не думайте и не гадайте, опустите все на самотек, как советует гороскоп. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сильные потрясения в общественной жизни страны и нерешенные социальные проблемы могут привести к возникновению финансовых кризисов, а также к нестабильности в политической жизни. Это негативным образом может сказаться на благополучии стрельцов всех социальных слоев. Вы должны постоянно стремиться к освоению нового, если хотите максимально использовать свой потенциал, особенно если вы молодой человек. Это обезопасит вас от перспективы существования в рамках минимума. Личный гороскоп. Возможно, сегодня вам посчастливится решить проблемы в личной жизни, которые не покидали вас на протяжении последних дней.
Звезды гарантируют признание и успех в том случае, если ваши поступки будут основаны на глубоких чувствах и убежденности в собственной правоте. В среду для Козерога день пройдет очень плодотворно. Как бы ни складывались обстоятельства, вы не сидите без дела и не откладываете запланированное, старайтесь каждую минуту использовать с толком. Не исключено, что благодаря вашей настойчивости удастся решить какие-то важные рабочие и финансовые вопросы, справиться с серьезными проблемами. Будет возможность помочь членам семьи, поддержать близкого человека, оказавшегося в трудном положении. Вы не жалеете сил, готовы пожертвовать собственными интересами ради общего блага, и это приносит достойные плоды. Любовный гороскоп на сегодня для Козерогов. Козероги сегодня смогут осознать тот факт, что семья для них – это нечто большее, чем просто люди, живущие под одной крышей. Привязанность к домочадцам в этот период принимает все большие масштабы. В первой половине дня воздержитесь от поездок и лучше проведите это время со своей семьей. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. В среду Козерог реально поверит в чудеса. По крайней мере, в любовь с первого взгляда. Вы давно мечтали о человеке, который будет понимать и принимать вас таким, какой вы есть. Что же можно вас поздравить? На работе все будет обстоять довольно-таки мирно и спокойно. Начальство поручит Козерогу серьезный и выгодный проект, к которому стоит подойти ответственно и срочно. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня Козерогов наверняка будут интересовать финансы партнеров, однако их бестактное поведение возмутит Козерогов до глубины души. Обида забудется, а проблема может остаться. Избегайте участвовать в сомнительных делах и авантюрах, вряд ли вы на этом заработаете, а вот потери очевидны. Личный гороскоп на сегодня. Благоприятный день для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Скорее всего, именно этот день позволит вам решить одну из семейных проблем. Благоприятны семейные отношения, романтические привязанности, влюбленность. Сны обычно исполняются. Бездну пропасть, а враг во сне – неприятность от женщины. Если в среду с самого утра из ушей водолея начнет идти пар, не пугайтесь, это от избытка энергии. Активность водолея в этот день будет так высока, что он сможет, если и не свернуть горы, то хотя бы не оставлять недоделанных дел. В среду у водолея во весь рост проснется еще одно небесполезное качество – решительность в мыслях и поступках. А вот тактичность в этот день, напротив, крепко уснет. Подходящий день для обсуждения и решения любых сложных вопросов, какой бы сферы жизни они ни касались. Удается преодолеть давние разногласия, вы находите общий язык с теми, с кем были в ссоре. Возможно, вы получите поддержку, на которую раньше не рассчитывали. Отношения, которые сегодня начинаются как дружеские, могут со временем принять романтический характер. Благоприятный день для занятий спортом, оздоровительных профилактических и косметических процедур. Вам не трудно будет отказаться от вредных привычек. Благоприятный день для общения, поиска союзников и единомышленников. Открытость и дружелюбие помогают вам быстро завоевывать симпатии окружающих. Не исключено, что в этот день у вас появятся новые друзья. Могут возникнуть трудности при работе с документами, составлении отчетов, контакты с государственными организациями, но вы со всем справитесь. Во второй половине дня желательно избегать стрессовых ситуаций. Если вы начнете нервничать, самочувствие заметно ухудшится. Полезны небольшие поездки, смена обстановки. День благоприятен для улучшения материального положения. Коммерческие поездки сложатся удачно в том случае, если вы проявите собранность, умение концентрироваться на главном. В семье атмосфера заметно улучшится. Выбор ситуации будет определяться водолеем. В среду для рыб день не особенно перспективный, но все же не такой плохой, как кажется на первый взгляд. Благодаря изобретательности и находчивости вы опережаете конкурентов, хотя дается это нелегко. Этот день можно посвятить бумажной работе, оформлению документов, которые вскоре понадобятся. Позже решить подобные вопросы будет значительно труднее. Довольно много хлопот будет связано с обустройством жилища, обеспечением комфорта для себя и близких. Старайтесь руководствоваться здравым смыслом, когда речь идет о покупке мебели, бытовой техники, предметов интерьера. Велик риск напрасных приобретений. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. В среду, как никогда, рыбы поймут прелесть наличия собственного уютного и теплого уголка. Единственный минус –
вы поймете, что вы слишком устали, создавая домашний уют и вкладывая в него все свои силы и средства. Дабы восстановить силы, возьмите отпуск и задумайтесь о поездке за границу. Наверняка вы давно мечтали о посещении какой-то экзотической страны. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рыбы. В этот день рыбам присуща такая повышенная активность, которая способна все смести со своего пути. Но вы решите поступить рационально и пустите свою энергию на благие цели. В среду рыбам предстоит принять участие в благотворительном мероприятии. Финансовое положение отличается стабильностью, а внутреннее состояние созвучно внешнему образу, спокойное и благородное. Гороскоп «Дом» на сегодня. Многим рыбам сегодня удастся представить общественности свои наработки и достижения, добиться известности и признания. Не сидите сложа руки и не ждите инициативы извне. Сами добивайтесь подписания соглашений и договоров. Первыми идите на контакт, не стесняйтесь быть назойливыми и напористыми. Личный гороскоп. Пассивный день. Не стоит проявлять активность в делах, спешить с новыми инвестициями, суетиться. Продемонстрируйте мудрость и выдержку. Прислушайтесь к советам людей, умудренных жизненным опытом. Сегодня нельзя отказывать в выполнении просьб. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам дня и до новых встреч!